Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом маски для ногтей. С помощью этой маски ногти становятся более крепкие, они лучше растут. И также эта маска препятствует расслаиванию ногтей. Нужно нам для ее приготовления всего красный острый перец, молотый, 1/2 чайной ложечки. И любой крем для рук также нужно 1/2 чайной ложечки. Все это мы сейчас смешаем. Вот что у нас получилось. Эту смесь мы теперь нанесем на ногти. Оставим на 20 минут, но предварительно одев целлофановый пакет на ручки, чтобы был парниковый эффект. Маска действительно потрясающая. Результат вы увидите уже после 3 применений. Использовать ее достаточно 1 раз в неделю, максимум 2 можно делать. Делать курсами в течение месяца, потом перерыв, и еще в следующий раз по мере необходимости можно эту маску делать. Хочу рассказать одну историю. У нас на работе одна женщина, у нее были проблемы с ногтем, с одним ногтем на пальце. Он у нее трескался, вдоль ногтя шла трещина, и ничего не помогало, что она только не делала. А все равно изначально корневая система была повреждена, и ноготь рос травмированный. После того, как она вот эту масочку носила на ногти, она увидела результат после 3 применений, несмотря на то, что у нее была такая серьезная проблема. Надеюсь, вам рецепт мой пригодится. На этом я видео заканчиваю. Всем пока и до новых встреч. Я пошла делать волшебную маску.